Одна из интересных функций приложения – это достижение целей. Как это работает? Значит, я на этапе установки выбрал начать жить для себя, но сейчас хочу поменять эту цель, изменить цель внизу экрана и создать свою собственную цель. Я хочу рано вставать. Причем, ну, не так вот жестко по будильнику или чтобы меня кто-то будил, а в удовольствие. И мне сейчас что-то мешает. Что именно? Так, я, наверное, сейчас пройду после этого теста, будет видно, что мешает. А сейчас я назову ее как наслаждаться рассветом, например, так. И получить рекомендации. Я прохожу тест. Это более расширенный тест. Получаем ответы и рекомендации из практик. Интересная вещь в том, что в моем случае, неважно, какую цель я выбираю, практики у меня рекомендуются мне одни и те же, потому что я прохожу, я отвечаю на них одинаково на тест. И смысл в этом такой, что да, у вас есть цель, но чтобы ее достичь, вам нужно себя комфортно чувствовать. А какая, почему вы себя не чувствуете комфортно и где у вас пропадает, протекает куда-то энергия, вот ответы на это дает тест и дает рекомендации. Вот таким образом работает система ускорителя достижения цели в норму. А дальше вы что делаете? Вы, ну, желательно ежедневно смотрите, насколько вы приблизились к своей цели. Но сегодня на самом деле, ну так, как-то приблизился. Я делаю, продолжаю делать из раздела «Рекомендуем практики». Вот эти практики, которые мне порекомендовали. Вот, заполняю журнал благодарности за что-то. Там я сегодня вкусно позавтракал, сделал зарядку, выспался хорошо. Что-то я помедитировал. Я еще сегодня подготовил слайды. И вообще я молодец. Вот таким образом мы работаем с целями. На этом пока тут все с этим видео.